выходит из Загорянки, кружит по всему городу, следует по Пролетарскому проспекту и довозит жителей до Гиперглобуса. 44-й маршрут действует в Щелкове 6-й год. Его по конкурсу выиграла автоколонна 1785, предприятие, входящее в государственное унитарное предприятие «Мострансавто». Состояние и работу автотранспорта по этому маршруту проверила комиссия районной администрации, так как на него поступили жалобы от жителей. Обслуживают его уже более 5 лет. Значит, на маршруте работают 7 автобусов малой комплектации, типа Mercedes. Значит, автобусы все 2006 года, пробег более 600 тысяч километров у каждого. Значит, то есть в среднем автобус делает 200-300 километров. В проверке участвовали представители районной общественной палаты и представители территориального отдела номер 2 Министерства транспорта Московской области. Маршрутки в таком состоянии, порожки прогнили, задние посмотрели, аптечки, в принципе, там в аптечках ничего нету. Единственное, что в хорошем состоянии, это информационное оповещение и то, что везде стоят терминалы по оплате проезда. На взгляд Министерства транспорта, конечно, подвижной состав требуется новый сюда выделить, потому что они в неудовлетворительном состоянии, можно сказать. Потому что имеются пробоины вот, в кузове, вот, стекла битые и много других нарушений. Еще год, я думаю, самое большое, они смогут проездить и потом их надо списывать. Андрей Цеханович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».